Какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. Ты купил телевизор? А то! Мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? Лу, дядя Мэри, умер пару месяцев назад и оставил чуток денег. И ты купил себе на них телевизор. Конечно, вот эта вещь, я понимаю. Черно-белый экран, 7 дюймов, все три канала ловит. Ух ты, звучит здорово. Ты покупать не будешь, что ли? Мне хватает газет и радио, спасибо. Это ваше телевидение просто мода. Еще посмотрим, сынок. Что об этом думает Мэри? Она его еще не видела. Чем дальше, тем интереснее. Ну, она поехала к матери, на север. Понятно. И как? Что ты смотрел на своем новомодном телевидении? Да больше мультики. Сейчас там мало что показывают, из-за войны. Мультики. Столько денег угрохал на мультики. Не пойму. Продавец сказал, что после войны они будут еще показывать бейсбол и футбол. После дождичка в четверг. Слушай. Я тут смотрел эти мультики и вот подумал. Ну-ну, вещай, Эйнштейн, послушаем. Ну, слушай, что если... если управлять мультиком? В каком смысле? Ну, понимаешь, управлять. Управлять человечком на экране, чтобы он бегал туда-сюда, водил машину, может, даже стрелял в кого-нибудь, во врагов. Ты что, клея нанюхался? Как это вообще возможно? Ну, над этим я еще не думал. Смотри, наверное, можно сделать такую себе коробку с кнопками, чтобы управлять человечком. То есть, одна кнопка, чтобы идти, другая, чтобы стрелять, еще одна, чтобы... Ага, и это твоя великая идея, да? Звучит забавно, но такого никогда не будет. Да ну, уверен, когда-нибудь так сделают. Вот попомни мои слова. Угу, конечно, сделают, когда люди на Луну слетают. Да-да, ладно, я пока буду дальше кроссворд решать. Смотри, не поранься карандашиком.